Анивайр — это классный парень, на которого советую подписаться. Он сможет действительно вас удивить контентом по Террарии. Нельзя не отметить хороший монтаж. У него на канале есть уникальная рубрика Terraria Shorts, гайды и разные новости. Что за Terraria Shorts? Перейдите по ссылке в описании, сами узнаете. Добрейший вечерочек, дорогой друг. Какую-то херню сейчас сказал, да? То есть всем добра, это Ти-Джой. В этот раз опять будет три хаты, для подрывника, дриады и медсестры. Начну, пожалуй, банально, а именно с домика для дриады в дереве. Без лишних слов, к делу. Вообще никогда не строил деревья в Террарии, поэтому может буду еще корректировать его в следующих сериях. Чтобы через это дерево можно было легко пройти, я поставил два телепорта с двух сторон. На очереди медсестра. У нее будет не совсем обычный дом, а скорее небольшой госпиталь, выполненный в светлых тонах. Завершением этой части будет дом для подрывника. Вот что у меня получилось за эту серию. Пишите в комментариях, что бы вы добавили или изменили в этих постройках, а я с удовольствием прочту ваши комменты. А если видео соберет 5 лайков, я ничего не сделаю. Совсем. Абсолютно. Peace. Спасибо за просмотр. Ставь лайк и подписывайся на канал, если тебе понравилось видео. Также вступай в паблик, чтобы быть в курсе всех новостей.